Приморском крае полицейскими задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане, которые в составе организованной группы осуществляли хищение нефтепродуктов на автозаправках в Дальнегорске. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Приморскому краю и работниками Службы собственной безопасности нефтяной компании, пресечена противоправная деятельность группы лиц из числа работников заправочных станций. Члены группы организовали хищение нефтепродуктов с территории двух автозаправочных станций в городе Дальнегорске. Используя возможность обхода системы контроля, операторы АЗС похищали топливо и продавали его покупателям, присваивая денежные средства. За 5 месяцев операторы автозаправочных станций похитили свыше 4000 литров нефтепродуктов. Общий ущерб, причиненный топливной компании, превысил 200 тысяч рублей. Задержаны 10 сотрудников автозаправочных станций, причастных к совершению преступлений, 8 из которых дали признательные показания. По данным фактам, следственной частью Следственного управления Управления МВД России по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.